Так, занявшие первые места в группах пока отдыхают. Вот у нас дополнительные призы крымские. Мы их охраняем. Каждый получит по бутылочке. Алексей сегодня занял первое место в группе. Как настрой? Боевой. Кулаев на лопатках, да? Да. Настя тоже вышла в финал заслуженно со второго места. Ну, Слава, тут и говорить не о чем. Вон Никита Дрессин вновь возвращается играть. Не только статьи писать в журналах. Аленка борется. Борется за первое место во втором финале. Пока что играют, так сказать, уже начался финальная стадия. Так, ну...